Ночь, улица, асфальт. Разогретый до 155 градусов Цельсия. Ровным слоем его укладывают на проспекте Масленникова. Подрядчики провели все подготовительные работы. Сняли старое покрытие, очистили поверхность от пыли и грязи. Смена у ночных рабочих стартует в 22 часа и заканчивается в 6 утра. Трудятся две бригады, 40 человек и 15 единиц техники. Работают качественно, соблюдая все технологии. На проспекте Масленникова немало люков и дождеприемников. Их тоже обновят. Предварительно люки были выставлены на проектную отметку, и после укладки асфальта они станут вровень с асфальтом. Деньги на этот ремонт выделили из федерального бюджета по программе «Безопасные качественные дороги». Проспект Масленникова ремонтируют большими картами свыше 100 погонных метров. Порядок приведут всю улицу от Новосадовой до Маломосковской. А это около 1,5 километра в длину, 12 метров в ширину. Все ли правила дорожных работ соблюдены, ежедневно проверяют сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». Специалист выезжает на участок, где проводятся работы, проверяет температуру смеси во время укладки, толщину укладываемого слоя. Также, чтобы основание было подготовлено, очищено от пыли и грязи. Также обращают внимание на то, вовремя ли убрали строительный мусор. Как показала практика, если находят недочеты, подрядчики устраняют их почти сразу же. На проспекте Масленникова сначала укладывают асфальт по правой стороне дороги, затем перейдут на левую, чтобы минимизировать помехи для автомобилистов. Впрочем, они к временным неудобствам на дорогах относятся с пониманием. Они становятся с каждым днем гораздо лучше. Это касается и дорожного покрытия, и разметки, и знакового хозяйства. Сейчас уже ездить легче. Касаемо ремонта проезда Масленникова, на самом деле, спасибо всем большое, кто это сделал, потому что это наш родной город, это наша родная улица, мы здесь выросли. Работа ведется, работа заметна, инфраструктура города становится лучше. Завершить ремонт проспекта Масленникова подрядчики должны до конца следующей недели. Гарантийный срок – 2 года. По этому муниципальному контракту в 2017 году подрядная организация обновит проезжие части еще 22 улиц. Всего же в Самаре по программе «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 41 улицу. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.